Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода московская сторожевая. Возраст 7 месяцев. Кличка Бусинка. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство. И все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно с ней поиграться, заодно подготовиться к отработке команды ко мне. Команда гуляй – это самая любимая команда у собаки. Дает психологическую разгрузку собаке. Ко мне. Пуся, ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Команда ко мне – это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в отдельных местах, без посторонних раздражителей, чтобы найти и войти с собакой в контакт. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны, при остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать по этапу. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Усложняем упражнение, делаем круговод вокруг собаки. То есть это мы усложняем упражнение для собаки. Делаем круговые обходы. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, сиди. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние вечерние часы до кормления. Хорошо. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражителей. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Сегодня мы усложняем наши упражнения, то есть прорабатываем команды с круговыми обходами вокруг собаки. Делаем круговой обход вокруг собаки. Лежать. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежит. Повторили команду, хорошо. Огладили, рядом. Дали лакомство. Хорошо рядом. Рядом. Хорошо рядом. Хорошо будет. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание хорошо, команды рядом. Хорошо. Хорошо. На первом красота. Этапе применяем 3 вида поощрения. Рядом. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка, и более длительный интервал по выдержке. Усложняем упражнение для собаки, делаем круговой обход. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, Митя. Повторили команду, огладили, рядом. Дали лакомство. Хорошо. После рядом. Того, как хорошо, провели рядом. Дрессировку собачка, для хорошо. Собаки нужно разгрузиться. То есть собачке нужно рядом. Дать разгрузку. Хорошо, рядом. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Рядом. Хорошо. Хорошо, Бусинка. Гуляй. По команде «Гуляй» собака гуляй, должна гуляй, гулять. Гуляй. В это время можно с ней поиграться, гуляй. То есть дать разгрузку для собачки. Буся, иди гуляй. Мы снимаем в лесу. Гуляй, гуляй. Гуляй, красавец. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна хорошо, подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода московская сторожевая, возраст 7 месяцев. Кличка Бусинка.